6 утра он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И он сам тоже. Навстречу ему вышла она. День сурка, 6 утра, и просвета не видно пока. И в самсаре завис неспроста, в этом городе вечных проблем. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. Пирожки превратились в муляж, красной шапочке тысячи лет. И она вспоминает эту суть по имени правда. И тысячи лет сурка. На радио волна 6 утра. Для тех, кто недавно вернулся из Амстердама, мы передаем нашу новую песню. Джон, ну как тебе в Амстердаме? Морган, хочу сказать, что в Европе только сортиры чистые. И кроме как посрать, туда ехать-то и незачем. Джо, вот поэтому я и поехал в Таиланд, на острова. Морган, говорят, там вкусные тараканы. Джон, я же веган со дня своей свадьбы. Я поэтому и не женюсь, Морган. Джон, а зачем ты спросил про тараканов? Морган, мне в Камбодже банку саранчи за доллар предлагали. Хотел цены сравнить. Банку саранчи за $1, Джон? За $1 сраную банку саранчи, Морган. Джон, я не верю. За $1 банку саранчи? Морган, это не все. Они сами тараканов не едят. Джон, это же нонсенс. Морган, это разводка мирового масштаба. Вся Азия скармливает европейцам своих тараканов. Джон, теперь я понял, что такое делать бизнес по-азиатски. Морган, сколько там человек? Человеком еще стать надо, Джон. Человек не тот, кто по лесам бегает, бухает. Ну ты философ, Морган. Снова седая ночь, и только ей доверяю я. Снова седая ночь, и ты мои тайны. И снова... Глава первая, в которой говорится о философии теплотрассы. Тридцать лет, 4 высших образования. Все любили Володьку просто. Если ты делаешь плохие вещи, с тобой происходят плохие вещи. Если делаешь хорошие вещи, с тобой происходят хорошие вещи. Да посмотрите на олигархов. Есть такое понятие карма. Карма, шмарма. Уважаемый, по-моему, вы какие-то сказки рассказываете. Давайте что-нибудь доказанное. Про то, как я до этого работал в милиции. У меня был друг, звали его Петрович. Мы с моим партнером Петровичем вели себя как последние ушлепки. Садили людей в подвал, избивали бомжей, троллили честных граждан. В итоге Петрович сгорел на работе. Сам погиб, а меня спас от смерти. Мне пришлось свалить из страны. Я ушел в Монголию, потом в Гималайи. Там я долго бомжевал, но в итоге достиг просветления. Ну ладно, допустим, все так и есть. А по вашей теории тогда скажите, что произошло-то с вашим, Петрович? Вот он-то не страдал. О, Сеня, ты зачем усы сбрил, дурик? Должок у тебя передо мной. Как решать будет? Морган! Ладно, ребята, чё вы?
Может, пообщаемся? Попьем чайку? Да, мужики, давайте пообщаемся. У вас такие красивые пушки. Джон, мы будем пить чай с бомжами? Если это пуэр, то будем. Присаживайтесь, пообщаемся. Ребята, что-то вы хмурые какие-то. То ли дело в Индии. Там плясочки, танцы, отношение к жизни не мое. Говно. Слышал я про твою Индию. Там срань одна в этой Индии-то грязь. Парни, ну, срань грязь не потому, что они не убираются. Просто они не такие уж лёгкие, как вы. Они перемещаются из тела в тело. Да что за муню ты несешь? А откуда, по-твоему, за последние 50 лет появилось пару миллиардов людей? Ну а сколько за это время дубов повырубали? Говно! Кого ты назвал ушлепком? Казино Гейзер! Делайте огромные ставки! Здравствуй, добрый человек! Что ты делаешь в этом лесу? Ну, здравствуй, веселая компания. Вижу, хорошие, фантастические твари-то собрались. Хожу вот по миру, корень жизни ищу. Кроме прошлогоднего пуэра, ты здесь ничего не найдешь. Миллионы жизней ищу. Миллионы жизней. Эй, старикашка, ты чё, в карму веришь? Перерождение туда-сюда. Молодой. Зеленый еще. Старикашка, так а в чем смысл жизни? Я вот вам сейчас одну историю расскажу. Бесславные вы мои ребята. Про красную шапочку. На радио волна 6 утра. Астрологи говорят, что сегодняшний день принесет удачу всем знакам зодиака, кроме раков. Специально для них новая песня. День сурка, 6 утра. Просвета не видно пока. Мы в самсаре зависли спроста. В этом городе вечных проблем. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. Пирожки превратились в муляж. Красной шапочке тысячи лет. И она вспоминает эту суть по имени правда. И тысячи лет сурка, цели жизни, как у хомяка, накопить, потребить и жить. Искушением не видно конца. Красная шапка и волк. Через жизнь это просто прикол. Через две это сказочный сон. Красные цветы, я люблю тебя до слез. Ангел, посланный судьбой,
умоляю, будь со мной. Ведь не зря цветы я нес. Сладкий плен девичьих грез. Рядом буду навсегда. Я люблю тебя до слез. Ты скажи мне да. Козел, чё сидишь? Хоть бы мусор выкинул. Отставить. Что? Последний кусок, ребятка. Домой. Я жду тебя домой. Домой. Эх, любовь прошла. Вот так вот и закончилась история-то. Житейская история, Валерий. Ну а дальше-то что было? Дальше. А вот дальше было продолжение Красной Шапочки. Слушайте и не перебивайте. Я жду тебя домой. Домой. Чтоб сожрать, чтобы похудеть. Предложи меня. Предложи меня. Предложи меня. Радиоволна, 6 утра. Для тех, кто крепко спал этой ночью, мы начинаем утреннюю гимнастику. Пока вы ставите ноги на ширину плеч, мы ставим для вас новую песню. Ты должна вернуться ко мне, принести пирожки. Только с пирожками ты сможешь зайти в мир своей любимой бабушки. Но помни, в лесу волки. И тысячи лет сурка, цели жизни, как у хомяка. Накопить, потребить и жить, искушениям не видно конца. Красная шапка и волк. У вас же смотрите, смотрите, что у вас? У вас же всего одна корзинка, и этого же мало. Хотите две будет? Да нет, мне одна нравится. Одна нравится? А что нужно сделать, чтобы было две? Вы знаете? Я несу пирожки вообще-то своей бабушке. Представляете, что будет? Если вы только попытаетесь, вы только задумайтесь, как это будет. Вы приходите к бабушке, а у вас одна корзинка, а четыре корзинки, 8 корзинок. Конечно, приходите завтра. 4 корзинки пирожков. Обязательно. Замечательно. Замечательно. Вот так. Какая ты молодец. Аттракцион. Так еще никто не шутил.
как я и он. Он меня шутя посадил в пустой вагон. Я шутя уехала в поезде ночью. Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Дарит, дарит, дарит карусель то надежду, то досадную разлуку. Манит, манит, манит карусель. Карусель любви неверная подруга. Манит, манит, манит карусель. И на ней никак нельзя друг друга. Вот такая грустная история. Если бы я этого чувака встретил, я бы его порешал. Карма, мой зеленый друг. Но послушайте, что дальше-то было, моя отвратительная шестерка. Радио Волна, 6 утра. Психологи утверждают, что петь – это лучше, чем говорить. День сурка, 6 утра, и просвета не видно пока. Ты в самсаре завис неспроста. Невозможно прийти ко мне с пустыми руками. Вернись ко мне с пирожками. И волк. Через жизнь это просто прикол. Через две это сказочный сон. Через три это просто кино, что закручено в острый сюжет по имени Карма. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан. Девушка, красиво поешь. Как зовут тебя? Аленушка я. Аленушка, красавица. Давай клипик снимем. Клипик? Клипик. Богатый будешь, знаменитый. А что, меня по телевизору покажут? По телевизору покажут. На Евровидение поедешь. Аленушка, я знаменитый продюсер. Я делаю из тебя настоящую звезду. Что, Аленка отработала? Молодец. Держи гонорар. Ну, а кому пирожки-то она должна нести? Чё за бабушка?
А ты помнишь, как вместе в детстве мы гуляли с тобой в лесу? Я кормил тебя пирожками. Так вот теперь я жду тебя дома. Я хочу пирожки. Пресс-релиз подготовлен Джив-Джага Студио. На радио волна 6 утра. Наша редакция верит в то, что сегодняшний день будет как ужин в китайском ресторане. Мухи отдельно, котлеты отдельно. День сурка, 6 утра, и просвета не видно пока. Ты в самсаре завис неспроста, в этом городе вечных проблем. А над городом плывут облака. Иди ко мне, я жду тебя, шапочка. Иди ко мне. Невозможно прийти ко мне с пустыми руками. Я жду тебя с пирожками. Как же ты можешь наслаждаться без меня? Поделись со мной ароматом. Домой, 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 домой. Я жду тебя, шапочка. Домой, мое дитя. Единое сознание. Мы все Бог. Я Бог. Она Бог. И ты Бог. Наша задача – осознать себя Богом. Я держу в своих руках ключ к знанию. Доверьтесь мне, я открою вам дверь в мир блаженства. Но сначала надо избавиться от ваших привязанностей. Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла в то, что новый твой приятель и не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать тебе. И ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, не одну. Словно кукла и в час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит, как в страшном сне. И находиться здесь опасно. Мы все единое сознание. Мы все Бог. Я Бог. Ты богиня. Она богиня. Ты богиня. Ты богиня. Мы все Бог. Я открою вам двери в мир блаженства, в мир чудесной красоты, в мир вечности, вечных наслаждений. Вот такие пироги.
дед, не томи, ну дошла она или не дошла-то в итоге, а? Шапочка-то? Ну, Господь его знает. Может, дошла, а может, и не дошла. Последняя глава. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, кому чужд обывателя сплин. Двойственность ему не страшна, он не помнит ни чинов, ни имен, и способен отнести пирожки в дом, где самый красивый живет, и пройти до конца, как герой, через тернии к звездам.